Давайте посмотрим на Софью Титову, которая представляет Академию Евгения Плющенко, тренерскую группу самого двукратного олимпийского чемпиона, которому помогают Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев. «Чардаш» в Сонином исполнении. Браво! Двойной аксель мы с вами увидели, а значит, увидим еще и двойной. Супер, просто здорово исполнила на одном дыхании свою короткую программу Соня Титова, справилась и с тройным акселем, и с остальными элементами, не только прыжковыми. Прыжковые вообще у нее очень-очень уверенно пошли в этой программе. А что переживает? Все вроде здорово. В прошлом сезоне на двух этапах Кубка Федерации эта фигуристка заняла первые места и сейчас близка к тому, чтобы начать с победы день коротких программ на турнире «Золотой конек Москвы», который является первым этапом нового, очень сложного, очень интересного сезона. Улыбается двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, но в то же время очень распереживалась Соня Титова. А что переживать? Все здорово, шикарный тройной аксель, тройной тулуп. Я, честно говоря, после тройного акселя как-то в тулупах даже и обороты считать не стал. То есть должна набрать сейчас за технику очень прилично эта фигуристка. Классный каскад. Никаких вопросов ни к двойному акселю, разумеется, ни к тройному Ридбергеру. Четвертый уровень извращения. Третий, по-моему, уровень был на дорожке шагов. Очень интересная программа, но однозначно пока самое уверенное выступление на сегодняшний день показала эта фигуристка. Просто здорово. А вот теперь можно и улыбнуться, можно уже и передать привет. Все получилось. Ну и думаю, при таком раскладе появится первая оценка за 70. Всем привет. Болельщику. Скажи спасибо за поддержку. Спасибо за поддержку. Привет, Академии.
И тренера. Все смотрят. О, какое красивое сердечко, ровненькое. Это новый шаг. Ты сделала новый шаг, тренировался, перескочила на сторону, это лучше, это новое движение. Ты перешагнула, умница. Но хотела... Пойду марафон бегать. Куда? Марафон. Вокруг этого. Трех часов. Марафон нам не нужен. Марафон, наверное, не совместим с теми нагрузками, которые имеют фигуристки. Все-таки это совсем другие мышцы и другой уровень подготовки. Кросс заминочный. Это можно. Марафон не надо. Я знаю. Ты слышала? Да. Потому что после акции... Тут приезжал. Да. Очень обрадовалась. Конечно. Конечно. Да, здорово, за 70, 73,23 балла, 41,64 за технику. Софья Титова уверенно возглавляет таблицу.